И эти аплодисменты, вот такие громкие, такие продолжительные, такие запоминающиеся, как сейчас. В честь нашего капитана Сергея Рябухина. Да, в честь... Слушайте, но, слушайте, ну зачем так? Зачем так? Это сейчас люди военные скажут, что он на себя такое надел. Ну это... Бутафорский. Да. Бутафорский, да. Вот. Андрей Геннадьевич. Да-да. Мы сейчас немножко, это же уже такая крайняя часть нашего балета. Можем мы такой сделать экспромт небольшой? Всегда за. Да, может быть, на тему «В темно-синем лесу». Попробуем? Давайте. Давайте. Вот Виктория Коваленко рядом со мной сейчас стоит. Она держит микрофон. И сейчас буду петь. И сейчас будет петь. Ну а я постою рядом с Лерочкой нашей. Ну а я снова вновь с вами соглашусь. Молодец! А вот... А мне все равно. А вот ей? Мне все равно. Почему? Потому что сейчас Олег продолжит за меня. Олег? Один рояль. Один рояль. И много-много-пе. Пе-пе-пе-сенок. Пе-пе-пе-сенок. Андрей Геннадьевич, разоблачаюсь и слушаю Викторию Коваленко, потому что Виктория Коваленко сейчас в руках микрофон. И как вы слышите, он работает? Работает хорошо. А почему? Потому что птицы в стаи собираются. Да, давайте прибавим к этому музыку Зацепина, и все получится. Аплодисменты, Виктория. Встретилась с печалью.
1987 года Зацепин работает на две страны – Францию и Россию. Во Франции его никто не знает, но там он отдыхает душой и может полностью отдавать себе любимой музыке. За многие годы творчества он создал более 300 песен, а его музыка звучит в 80 фильмах, мультфильмах и мюзиклах. Знаете, чуть-чуть не запел это. А любовь как сон, а любовь как стороной прошла. Похоже. Но сейчас мы споем не похожую песню. Вот это вдруг! А как? Сказки! Скрипнула дверь. Да. Андрей Геннадьевич, мы не хотели вас испугать. Мы хотим сейчас танцевать. Итак, Миша, микрофон твой. Мой. Добавляем музыку и танцуем. Девочки, будем сейчас танцевать. Счастье вдруг в тишине постучалось в двери. Неужели ты ко мне? Верю или не верю? Падал снег, плыл рассвет, осень моросила. Столько лет, сколько лет, где тебя носила? Вдруг, как в сказке, скрипнула дверь. Все мне ясно стало теперь. Сколько лет я спорил с судьбой ради этой встречи с тобой. Мерз я где-то, плыл за моря. Знаю, это было не зря. Все на свете было не зря. Не напрасно было. И пришло, и сбылось, и не жди ответа. Без тебя как жилось, не на свете это. Тот, кто ждет, все снесет, как бы жизнь ни била, лишь бы все не напрасно было. Танцуют все! Вдруг, как в сказке, скрипнула дверь. Все мне ясно стало теперь. Сколько лет я спорил с судьбой ради этой встречи с тобой. Мерз я где-то, плыл за моря. Знаю, это было не зря. Все на свете было не зря. Не напрасно было. Вдруг, как в сказке, скрипнула дверь. Все мне ясно стало теперь. Сколько лет я спорил с судьбой ради этой встречи с тобой. Мерз я где-то, плыл за моря. Знаю, это было не зря. Все на свете было не зря. Не напрасно было. Среди любимых мелодий Александра Зацепина пьеса Дюка Эллингтона «Караван», музыка Гленна Миллера и композиции The Beatles, «Мишель» и «Yesterday». Миша, для тех, кто любит математику, это была 11-я песня в нашем проекте. 12-я – это финальная песня. Финальная песня. Мы сегодня пели с такой замечательной компанией. И, знаешь, ну вот, мне кажется, что эта песня должна быть посвящена какому-то очень важному человеку. Этот мир придумал не нами, этот мир придумал не мной. И я думаю, что для вас будет сюрприз, кому хочу я посвятить эту песню. Ну-ка. Да, я хочу вас удивить. Я хочу посвятить эту песню человеку, который научил вас петь. Ольге Ильичевой. Ольге Станиславовне, нашей дорогой любимой. Да. Ольга Станиславовна, вот эти аплодисменты, вот эти голоса сейчас будут звучать в вашу честь. За то, что только раз в году бывает май, за блеклую зарю ненастного дня. Кого угодно ты на свете обвиняй, но только не меня, прошу, не меня. Этот мир придуман не нами, этот мир придуман.
создан не мной. Этот мир придуман не нами. Этот мир придуман не мной. Придумано не мной, что мчится день за днем, то радость, то печаль кому донеся. А мир устроен так, что все возможно в нем, но после ничего исправить нельзя. Этот мир придуман не нами, этот мир придуман не мной. Этот мир придуман не нами, этот мир придуман не мной. Один лишь способ есть нам справиться с судьбой. Один есть только путь мерцаний дней. Пусть тучи разогнать нам трудно над землей, но можем мы любить друг друга сильней. Этот мир придуман не нами, этот мир придуман мной. Этот мир придуман не нами, этот мир придуман мной. Александр Сергеевич Зацепин признается, что во Франции каждое утро садится за пианино и сочиняет музыку, даже если нет работы. Может быть, именно это помогает ему сохранять бодрость и оптимизм в столь уважаемом возрасте. Это был проект «Один рояль» и много песен. И этот мир придумала не Анастасия Герман. К сожалению, нет. Не Олег Хозов. Нет, Солоса. Этот мир не придумала Юлия Наумкина. К сожалению. А также Виктория Коваленко. И не я. И не... Не факт. Не факт, что Михаил, Янс и... Валерия Харламова. Валерия Харламова. Ну что же, ну и конечно же, Андрей Геннадьевич тоже его не придумал, но аплодисменты тоже получаем. Да. Спасибо. Спасибо вам огромное, спасибо за Цепину, спасибо вам за голоса, спасибо вам за руки, спасибо вам за то, что вы есть. Я на самом деле по вам соскучился. Давайте встречаться чаще, давайте петь чаще. Давайте! Давайте! Давайте, пока! Это был проект «Один рояль» и много песен. Меня зовут Сергей Рябухин. Увидимся в следующий раз на телеканале «Волгоград 1». Пока! Сергей Рябухин, автор концепции музыкальной программы «Один рояль и много песен». Попадайте в ноты, это приятно слушать.